Здорово, друзья! Меня зовут Мазл. Добро пожаловать обратно в Паспарту! Третий акт. Волк с улицы художников. Это просто фантастик. Целая тысяча. Аренда, вино. Налог на жизнь. Время рисовать. Красивый фон. Хорошо. Неплохо. Оплата счетов. Уже. Не хочу на улицу. Минус 1000. Охереть. Как же дорого жить. Но что поделать? Более-менее. Капельку здесь. Нужна морда. Фантастик. Время красивых глаз. Ну, почти красивых. Хорош. Идеально. Рисуем тельце. И ручки. Фантастик. Выставляем. Бенди. Покупайте, покупайте. Картина позволит вернуть вложенные средства за несколько лет. 6500. Покупай. Пока можно жить. Наверное, вот такой фон. Нужен красный цвет. Красивенько. И еще капельку. Аккуратно, братишка. Более-менее ровненько. Еще капельку красненького. Идеально. Капельку сюда. И капельку сюда. Нужны глазки. Идеально. И красивые усики. О, да. И финальные узоры. Еще капельку. Готово. Царская божья коровушка. Покупайте. Торо-то-то-торо-то. Мне очень нравится. Покупай. Вот это я понимаю. Это искусство. Во. Это уже более-менее красиво. Закрашиваем все. Аккуратно и потихоньку. Ну чё вы шляетесь здесь? Я работаю. Вы же свиньи. Никакого уважения. Аккуратно. Оплата счетов. Нет. Еще капелька. Почти. Нормалек. Глазки. Есть. Красивые щечки. Еще капелька цвета. Просто перфекто. Ножки, сапожки. Теперь цвет. Братка, аккуратнее. Это же искусство. Еще нужны руки. Рисовать сдалека непросто. Почти готово. Это просто фантастик. Капельку здесь, капельку здесь. На продажу. Чара. Не оригинально, жаль. Вот же мразь. Есть. Кисточка моя так хорошо сидит в руке. На продажу. Грибы. Покупайте. Это просто кусок дерьма. Братка, ты чё, переел хлеба? Приди в себя. Красотища. И капельку вот так. Даже не знаю, что это, но это искусство. Кусок дерьма. Покупайте. Отлично. 2000. Вот это мой братка. Кусок дерьма продан. Искусство. Нужен спрей. Капельку красненького. Светленького. О боже мой. На продажу. Идеальный шум. Покупайте. Какая красивая звезда. Это идеально. Морская звезда. Я вижу талант. 2200. Покупай. Море. И красивые горы. Облачка. А это полянка. Невероятный пейзаж. Господа, покупайте. Я влюблен. 1900. Покупай, конечно. Больной мужик. Джить. Джить. Сейчас я им покажу. Настоящий уровень искусства. И мы типа летим такие. И внизу волны. В форме яиц. Просто перфекто. Истребитель. Настоящий шедевр. 3600. Покупай. Я не понимаю, что происходит. Никому грибы не нравятся. Вот же твари. Желтенький. Капельку вот так. И вот так. Боже, это искусство. На трусы похоже. Но это кажется. Еще. Соединяем. Капельку сюда. Красота. Волшебный скат. 300. Прекрасно. Ладно, покупай. Эйфория. Ваши произведения искусства приводят заказчиков в восторг. Каждое произведение Паспарту. Настоящий шедевр. 6000. Покупай. А почему такое все блеклое стало? Удивительное произведение искусства. Мерси, монами. 6000. Вот это успех. Это искусство. Красота. Это конец. Занавес. Эпилог. 50 лет спустя. Многовато что-то. Какая выставка. Кто платит, тот и музыку заказывает. Именно таким был жизненный принцип Паспарту. Откуда вы знаете? Паспарту удалось стать самым богатым художником за всю историю человечества. В его честь была построена статуя из чистого золота. Вот это от души. Она действительно огромна и поражает своим размахом. После этого Паспарту продолжил создавать новые шедевры для своих клиентов. Каждое его творение стоило целое состояние. Клиенты шли один за другим. Кто платит, тот и музыку заказывает. Поэтому Паспарту умело пользовался этим принципом. Это конец. Великолепные игрушки. Было очень приятно в нее поиграть. Рисовалка с сюжетом. Мне понравилось. А пока на этом все. Большое вам спасибо за просмотр. И увидимся.